Добро пожаловать на фруктовый чай Саусан. Подождите, какой фруктовый чай? Какой фруктовый? Мы так не договаривались. Здравствуйте, мои дорогие фолловеры. Сегодня с вами я, Мася, чтобы не забыли. А также наш великолепный гость Саусан Джуда. Поприветствуем! Я буду с вами на заднем фоне. Перед тем, как начать наше шоу, я хочу, чтобы вы на этом чесноке поклялись, что вы будете отвечать на все вопросы по чесноку. Потому что мы позиционируем себя как самое честное интервью в Азербайджане. Просто ручку положите, вы скажите, чувствуете, я да? клянусь. Крадут мои идеи, просто добавляют интересные какие-то моменты. Ничего подобного. Я ничего не крала. Только я клянусь. Я клянусь. Отвечать по чесноку. Отвечать по чесноку. Все, спасибо большое. Чеснок приходит. Не то. Ну что, у нас накопилось много вопросов, которые я сейчас вам задам. Но перед тем, как начать, я хотела у вас спросить. Мне постоянно пишут и говорят, вы делаете пародию на Саусан или нет? У вас шикарно получается. Товарищи, где пародия на нее, где я? Я индивидуальная звезда. У меня харизма бьет из ушей. А посмотрите на Саусан. Она себя ведет во время интервью очень сдержанно, тихо говорит. Ну, вообще, мы нигде не стояли. Так что, я очень много говорю, извините, конечно, я иногда забываю. Мне в ушко и редакторы там машут, что переходи к гостю. Извиняюсь очень. Так, правда ли это, что вам тоже писали, говорили, что типа я делаю на вас пародию и просили ответку и даже мне послали? Как будто в мафиози в Неаполе мы находимся, где находимся? Правда или нет? Да, я про вас узнала от своих подписчиков, которые мне пересылали ваше видео и говорили, что она вас пародирует. Ну, пародия это тоже круто. Даже если это была пародия, то я была не против. Мне говорили, что давайте пошлите ответку, вот ответьте и скажите, что вы думаете об этом. Отлично. Это круто. Отлично. Значит, эти люди, кто бы они ни были, я прошу вас просмотреть их профайлы. Если эти люди работают на вас, маркетологи или что-то, срочно увольняйте. Они не думают, что если бы вы мне сделали ответку, вы бы своей рукой меня вот так взяли и поставили бы на хороший уровень с другими блогерами, и у меня миллион подписчиков было. Очень жаль, что вы их не послушали. Вообще-то классно было бы. Скандал, интрига, надо было мне что-то такое делать. Конечно, так нужно, да, развиваться. Что делать? Ну, хорошо. Все, с этим мы разобрались. Я накину на себя мою... Вы даже это повторяете, да, Зана? Пиджак тоже повторили? Я тоже пиджак. Причем, да, конечно, я вижу, что вы уже оделись, я тоже хочу. И я его не одеваю, в отличие от вас, вы немножко отстали от моды. Окей, потому что сейчас модно просто набрасывать на плечи. Сори, да, не знала. Я вас не очень беспокою. Что сказать, Саусан и я, мы закадычные друзья, хотя мы друг друга никогда не знали. Мы познакомились 10 минут тому назад и уже обращаемся друг к другу, как Суса и Мася. Да. Начнем с самого начала. С самого начала... рождения вашего. Ага. Расскажите нам про себя, нам очень интересно. Где вы родились, что это за имя такое, кто вы вообще такая, азербайджанка, не азербайджанка. В общем, нас, как народ азербайджанский, все интересует. Где вы родились? Родилась я в Баку, в Азербайджане. Мои родители, моя мама родилась тоже тут, но папа не отсюда, папа у меня чистокровный араб. Познакомились они здесь, в Баку, потому что они учились в одном университете, в мединституте. Вот, а потом... Ага, потом имя мое произошло, ну, естественно, арабского происхождения, Саусан, означает белая лилия. Имя мне дала мама, кстати, не папа. Она выбрала арабское имя и назвала меня Саусан. В свое время думала, что это наказание для меня, но сейчас понимаю, что это очень хорошо для блога. Конечно, это же здорово. Вот, училась в Baku Oxford School, потом переехала в Дубай, но это уже не детство. Да, сейчас перейдем к этому тоже. Значит, мы узнали, что ее папа арабский шейх. Мы ведь знаем, что он безумно богатый. Наверняка он спонсирует вас, но вопросы немножко попозже, да? Скажите тогда, пожалуйста, давайте... Значит, из-за того, что вы провели свое детство в Азербайджане, ходили в школу, скажите, пожалуйста, вы всегда были такая крутая и всегда привлекали внимание, и были ли вы популярны, например, в школе? Я была хулиганкой, я была ужасной хулиганкой, оторвой просто, да, это вот сейчас сдержанно, это раньше этого не было. Я бегала по партам, стучала по локерам, когда еще в Баку даже не знаю, что такое локер, у нас в школе стояли железные локеры, я вот так всегда по ним била, по переменам, срывала уроки. Но в школе я была достаточно, не то что популярной, но меня все знали за мое отвратительное поведение, но зато я добренькая была, это самое добренькая, главное. Добренькая, это, не знаю, насколько это важно, самое важное, вообще-то говорят, что если вы популярны, нужно немножко бичи быть, да? Нет, тогда это не было в тренде, хотя было, у нас были ляки в школе, которые были бичи, но я не была бичи. То есть она хочет сказать, что она не была лякой? Нет, я сейчас лякой стала, а до этого я лякой не была. Да, вообще? Нет. То есть пацанка такая? Пацанка, помните, я не знаю, в 2000-х годах был тренд, или как гангстер кто-то был такой, ghetto style, или же были ляки. Да. На тот момент конечно, был этот, конечно, да. Дрянные девчонки, вот эти все дела, были девочки, которые вот как дрянные девчонки были, а были вот как я. Я носила набедренные вот такие брюки, я крала у папы майки, ходила в огромных майках. В общем, да, я не была лякой, я была такой йоу-йоу. Ну, немножко я скажу, что я разочарована, потому что я люблю, когда женщины, они с самого детства ляки такие классные, ну, значит, вы упустили, да, я что-то. Я упустила, это мое упущение было, но я сейчас наверстала. Да, это хорошо, что вы наверстаете, значит, вы
работаете над собой. Это очень важно. Говоря про работать над собой, я очень внимательно слежу за вашими сторис. Что это за бурда с азербайджанским языком? Вот зачем вам азербайджанский язык? Jamat English Earner. Вы азербайджанский учите. Вот зачем? Сейчас вас съедят подписчики за это. Я вам одну вещь скажу. Массу съесть невозможно. Если вы хотите за волосы, вот так как я скажу. И фолловеры. Кими хочешь на геймер? Кеч бурдан. Вы мне тоже скажете, это какой-то пиар-ход, так как у вас пиар-маркетинговая компания, я не разбираюсь очень. Или вы действительно изучаете азербайджанский язык? Я на самом деле изучаю азербайджанский язык. К сожалению, я в школе его не смогла выучить. И решила наверстать упущенное сейчас, потому что, к сожалению, в Азербайджане на данный период времени без азербайджанского языка очень тяжело, особенно то, что у меня свой бизнес, у меня многие клиенты азербайджаноязычные, естественно, им было бы приятнее, если я говорила с ними уже на нашем родном языке, но из-за того, что у меня дома как бы наш, мы используем русский язык, поэтому как бы азербайджанский я использую исключительно в работе и все на этом. Ясно, в общем, вся работа. То есть я уже думала про себя, пока вы говорили, мне тоже надо будет, да? Мен микебель даншар мазербайджан билинг, да? Ищи проблем ёхта. Когда вы были маленькие, это очень такая, да, горячая тема, если мы его затронем, рейтинги повысятся. Буллинг. Вас в школе булли делали? Да, у меня была одна тема, я никогда не... То есть как мне вообще тяжело буллинг было делать. Здесь такую заставку, да, Машала, такую сделаем заставочку с такой песенкой. Если вы сможете заплакать, вообще будет классно. Продолжай. Да, да. Меня булить очень тяжело было, но одна ситуация была в 2000, наверное, это, я не знаю, 6-й, 5-й был, я не помню, вообще в классе 8-7 училась. Мне папа подарил, у нас были, как бы, как я и говорила, ляки, такие, как я, да, безбашенные. Да. Было очень в тренде, то есть вошел в тренд Louis Vuitton, Gucci и так далее. И, естественно, у нас были девочки, которые носили все эти бренды, и мой папа как-то раз мне подарил ремень Louis Vuitton. И, шейх, да? Нет, к сожалению, нет. И он, нет, не шейх, не-не-не, это все слухи, конкретные слухи по поводу того, что он шейх, он не шейх. Так, что с ремнем? С ремнем, я скажу, мне подарил ремень Louis Vuitton, и я пришла в школу, одела такая довольная, думала, что это натура. Я захожу в буфет, я как сегодня помню, там стоят ляки, они на меня так смотрят, ну вы понимаете, Louis Vuitton в Баку нету и не было как бы. И они смотрят на меня и говорят, ты хочешь сказать, это у тебя натура? Я так серьезно, я говорю, конечно. Я говорю, а где ты его купила? Я говорю, мне папа подарил. Я даже не задумывалась, откуда он его подарил. Но я пришла домой и узнала, что это подделка. Ну, в общем, они надсмехались надо мной, потому что это была подделка. Мы можем придумать такой между тобой и мной. Там будет, значит, Суса Мася или Маса Суся. Такой промокод, вот куда я буду ходить, давать твое имя, мне будут делать скидки. Это возможно? Ну, я не знаю, вы за моими историями следили или нет, но мое имя сейчас для резервации используют. Звонят и говорят, здравствуйте, это Саусан, я бы хотела бы забронировать место. Особенно, если это какой-то очень нашумевший ресторан, там тяжело найти место, да. Например, в Хейвен, где мы сейчас снимаем, очень часто звонят, когда нету мест, и говорят, здравствуйте, я хотела бы на имя Саусан сделать резервацию. Ребята знают, что я никогда ни через кого не делаю, напрямую звоню. Ага. Ну да, есть такое, на мое имя... В ресторанах, наверное, 4 точно спокойно делали резервы, да, на мое имя, просто в разное время. Им давали столы, давали самое столы. Ужасное. Значит, лайфхак, товарищи, если сможете, звоните, делайте фейковые резервации от имени Саусан. Хотя, я думаю, с этим будут проблемы, знаете почему? Почему? У вас ведь ужасная дикция и голос, невозможно ведь это все сделать. Вас разве не хейтят за это? У нас принято хейтить людей за то, что... им не подвластно. Вот такой у нас народ. Мне немножко хорошо, что вас хейтят, да? А то вы очень идеально получаете. Давайте проговорим по это. Хейтят, хейтят. Как вы чувствуете, вот когда вам говорят, что у вас дикция плохо поставлена, говорить не умеете, ошибки делаете, как вы себя чувствуете? Очень спокойно. Я хочу, чтобы каждый, кто меня хейтил, по жизни сделал хоть что-то, сотую долю того, что делаю я, и тогда они могут спокойно меня хейтить, а я на них посмотрю, и посмотрю, как они разговаривают. Да, у меня дикция плохая, я и не собираюсь ей учить, потому что я не профессиональный журналист, никогда на него не претендовала. Я очень безграмотная в русском языке. Все это по причине того, что я всю жизнь училась и работала на английском языке, и для меня намного легче выразить свою мысль на английском языке, нежели чем на русском. Плюс ко всему, дикция у меня еще подпорчена за то, что я очень сильно перекачала себе губы в свое время. Шок! Как я люблю это! Давай, да, давай. Я чуть-чуть перекачала себе губы, и поэтому мне некоторые слова тяжело выговаривать, и я шепелявлю из-за этого. Ну да, в общем-то, ну, хейтят — это хорошо. Если меня хейтят, значит, я в тренде. Значит, белебир мессаж хейтерлара. Перед тем, как написать какой-то гадкий коммент и Суси, и Масе, пожалуйста, сначала пойдите, сделайте какой-то контент. Вы, наверное, даже слово контент не знаете, чушки. Это означает какое-нибудь видео, какую-то смешульку какую-нибудь. Что-то запишите, выставьте на интернет. Посмотрите, что вам там будут писать. Потом пишите нам, понятно? Без бездри какие-то сидят и только критикуют. Плохо говоришь, вы уже меня достали, вы не говорите.
и говорить не могу. Я потому что, пожалуйста, я вас люблю, фоллоу делать, что хотите, пишите, это статистику поднимает, хоть ругайтесь. Хорошо. Мы сейчас упомянули Most Agency, да? Скажите, пожалуйста, мне очень интересно, по какому принципу вы привлекаете туда блогеров? Угу. Очень интересно. Я поняла намек. Да. Most Agency раньше подавали заявки, чтобы присоединиться к Most Agency. Сейчас же мы сами приглашаем блогеров. И это не зависит от подписчиков, от количества подписчиков. Это зависит от активности странички, от того, насколько в тренде этот блогер. То есть сейчас купить подписчиков – это ничего. А вот на самом деле оставаться в тренде, делать хороший контент и оставаться у всех на устах всегда – это нелегко тоже. Поэтому я считаю, мы выбираем именно потому, чтобы человек был Дэб-Дэби, как любят говорить на азербайджанском. Ага, Дэб-Дэби это в моде, да? Да. То есть, как я, как Масечка. Да. Хорошо, значит, у вас как бы, понимаете, да, они создали эксклюзивный клуб, куда приглашают своих людей, которых сами же считают Дэб-Дэби. Да. И, в общем, мы остаемся за бортом, понятно, да? Но я вам одну вещь скажу, мне вот в ушко сейчас говорят, что хорошо, когда вы приглашаете разношерстную публику, угу. чтобы у вас портфолио увеличивалось. Что такое портфолио? Какое у него с деньгами увеличилось? Короче, не портфель, а портфолио увеличился, чтобы у вас были разнообразные, разношерстные блогеры. В общем, я дарю, то есть мои редактора, они дарят вам этот маркетинговый ход. И скажите, пожалуйста, почему ваши блогеры все одинаковые, да? Одно от другого не отличишь. Все делают одно и то же, все ходят в одно и то же, рекламируют одно и то же. Вот какой у вас ответ на это? Ой, очень просто. Если я сейчас пойду в музей какой-нибудь или буду рассказывать про какую-нибудь литературу, это не наберет никаких просмотров. Но если я завтра пойду в какой-нибудь ресторан со своими подружками, сделаю клевый макияж, одену клевые шмотки, это намного больше реакции вызовет, нежели чем культур-мультур, как я это называю. То, что людям нужно, мы то и даем. Что они хотят? Очень мало, из 100%, может быть, 10-20% хотят культурно обогащаться через наши блоги. Остальные все просто хотят следить за нашей жизнью. Что взрывает больше всего на азербайджанском инстаграме? Свадьба, рождение ребенка, развод и скандал. Как видите, ни книжки, ни музеи туда не входят. Мы делаем, мы даем то, что люди сами и просят. Поэтому как бы вот я когда хожу на уроки азербайджанского, нафиг это никому не нужно бывает. Серьезно? Да. То есть вы смотрите статистику, и мне интересно. Нет, а когда я в клубе танцую, вот это взрывает. Вот это вау! Вот, дорогие мои интеллектуалы-подписчики, значит, врете, да, вы нам всем? Врете. Пишите, что мы хотим такое-сякое, будьте такой интеллигентный, а никакого фола не бывает. То есть, насколько я понимаю, и как мне в ушко жужжат мои сволочи-редактора, я просто, у меня уже взрыв мозга будет. Я не могу, понимаете? У меня свои мысли гениальные, а вы мне в ушко делаете. Хорошо скажу. Говорят, что мы достойны того, что у нас есть. То есть наш народ достоин тех блогеров, которые у нас есть. 100%. То есть они то, что хотят, они то и получают, да. То есть вы знаете, что на ходу, и вы специально делаете это. Естественно, по сравнению со многими другими блогерами, мы эталон культуры просто. Когда матом кричат в камеру, это набирает очень много просмотров. Есть же блогеры, которые матом... Серьезно? Да. Можно я скажу что-нибудь с тут матом? Трехэтажный мат, не нужно. Ваше присутствие тоже? Нет, тоже не нужно, нет. И это набирает. То есть завтра, если я сделаю стори, где буду... Да, если вы своему мужу начнете матом кричать в камеру, обращение, то вы взорвете завтра же. Классно! Я попробую, у меня мужа нету, любовник сойдет, ничего. Хорошо. Окей, скажите, пожалуйста, да нам так интересно, я умоляю вас. Вот у вас там столько блогеров, у вас там какие-то внутренние заварушки есть, кто-то с кем-то, там, не знаю, в общем, подлянки друг другу делают или что-то. А то вы говорите, без мехрибан, ай лейк, без мехрибан, ай лейк. Вот, пожалуйста, развейте, да, развенчайте. Мы хотим, чтобы скандально что-то было. Я вам скажу, внутри моста нет, никто не враждует никогда. Ну и на самом деле мехрибан, ай лейк. Но когда уходят люди с моста, немногие, но есть парочку, которая начинает враждовать со мной и прощается не на очень хорошей ноте. А чего им уходить? Я не поняла, зачем они уходят? Потому что каждый не хочет, чтобы на нем зарабатывали деньги. Они хотят побольше, но скупой платят дважды. Да. Поэтому время все, естественно, покажет. Я не буду по именам говорить, кто со мной не очень хорошо расстался. Ну да, были, которые со мной очень плохо расстались. Мы даже сейчас видимся, здрасте, друг другу не говорим. Как некрасиво. Получается, что вы как бы Карабас-Барабас, и ваши блогеры, они ваши марионеточки. Нет, категорически. Для меня мои блогеры на первом месте, а потом уже мои интересы. Для меня важно, чтобы им было хорошо, а если им хорошо, то и мне хорошо. Человек, который открывает блогерское агентство, инфлюенсер-агентство, они никогда в жизни не смогут им оперировать, если для них на первом месте деньги. Это должно быть на последнем месте. Самое главное, чтобы все блогеры были довольны работой с тобой и чувствовали себя комфортно. Подождите, я не въехала немножко. Деньги должны быть на последнем месте, да, у блогеров? Нет, или у вас? Да, у меня. Ага, у меня. Для меня важнее, чтобы зарабатывали мои блогеры, и только после этого я.
Классно, нет. А какие у вас там разделения процентажные? Например, если вам приходит реклама, да, как вы делитесь? Я вообще это никогда не оглашаю. Не могу я рассказать это. Может быть, когда мы выключим камеру? По секрету? Ну, может быть, все может быть. Хорошо. Раз мы упомянули деньги, я должна спросить у вас. Для вас деньги, насколько они для вас важны в вашей жизни? То есть, только честно, да? Очень они важны для вас? Считаете, что деньги нужны, без них никак? Или считаете, что можно и без денег? Деньги нужны для комфорта. Это самое главное. Я всегда говорю, я за свой комфорт готова любые деньги отдать. А для меня нет, деньги не на первом. Для меня на первом месте это любовь. Ага, любовь, шмарковь. Хорошо, любовь. То есть, если будет потенциальный жених, который зарабатывает не очень хорошо и не может поддерживать ваши дорогие потребности, вы все равно выйдете за него замуж? Смотря какой он будет. Я всегда говорю, меня за это очень многие не любят. Мне 28 лет, ну, наверное, моему будущему супругу должно быть хотя бы 30, правильно? Ага. Если я... Не обязательно, я вам скажу. Ну, помладше это не моя тема, мне постарше, не хорошо. Моя. В моем случае, если я, будучи девушкой в Азербайджане, в 28 лет могу зарабатывать свои неплохие деньги, то, наверное, я буду ожидать то же самое от своего будущего супруга. Да, мой папа когда-то хотел себе сына, но я не собираюсь ему приносить третьего ребенка, которого он тоже должен будет содержать. Поэтому, естественно, желательно, чтобы он, ну, как я, чуть меньше, чуть больше зарабатывал, но не совсем на много ступенек ниже меня. Не совсем. Понятно. Значит, сейчас напишут меркантильная. Они могут писать все, что хотят. В общем, вас это не колышет, для меня, нет, для меня главное, чтобы он меня любил, а остальное мы уже разберемся с ним по поводу денег. Раз мы уже открыли эту тему, давайте перейдем к любовной теме тоже. Скажите, пожалуйста, вот в чем ваша проблема? Почему никто вас в жены не берет? Никто с вами, вас никто не... мы не видим вас с кем-то. В социальных сетях никого нету. Каково это быть... вот такой девушкой, которую не любят. Эвдегалмыш. Я не хотела. Вот Бог знает, я не хотела это сказать. Слушай, нет, я не такая. Ты сама это сказала. К сожалению, многие подписчики думают, что мы всю свою жизнь выставляем на показ. Это не так? Это разве не так? Нет, это не так. Да что вы говорите? Это точно не так. В моем случае это не так. А во-вторых, меня называли Эвдегалмыш, кстати, подписчики, да. Ну вот я желаю каждому, кто меня называет Эвдегалмыш, жить так же, как Эвдегалмыш. Потому что если выйду замуж, то это не лишь бы, чтобы галочку перед обществом поставить, это чтобы мне было комфортно. Вот. А моя личная жизнь, она всегда остается за кадром, и никто никогда не знает, есть ли у меня кто-то или нет у меня. То есть вы хотите сказать, что у вас сейчас есть молодой человек? Я хочу сказать, что я свою личную жизнь просто не обсуждаю никогда. Есть, товарищ, есть. Я сама видела ее кое-где. Не буду говорить. Окей, хорошо, я просто не знала, кто это. Я думаю, кто это. Сфотографировали бы, поставили бы, может быть, кто-нибудь узнал. Нет, что, я такие вещи... Нет, разоблачение. Такие вещи мы не делаем. Не. Я хочу сказать, вот вы говорите, что вы типа такая успешная, счастливая, молодой человек есть, работа, вот ваша работа, да, получаете ли вы от нее удовольствие? Это то, что вы хотели всю жизнь этим заниматься. Вот вы в детстве говорили, Суза, кем ты будешь, когда ты вырастешь? И вы говорили, я буду маркетологом. Или у меня, кем вы работаете, я очень извиняюсь, как ваша... У меня бизнес-оунером, я себя называю. Я буду бизнес-оунером. Ну, если меня спрашивали, кем я буду в детстве, кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь, я говорила, сначала я хотела быть русалочкой, потом я хотела быть волшебницей, а потом, когда подросла, я хотела стать учительницей. Ну, вы поняли, да? Да, очень так. Волшебница-учительница. А потом, когда я уже должна была поступать в университет, я своему папе сказала, папа, я хочу, чтобы у меня был event organization company, то компания по организации мероприятий, мой папа сказал, что моя дочь этим заниматься не будет. 6 лет, увы, я работала в ненавидимой для себя сфере, это была нефтяная сфера, а потом... Фу, на самом деле, для девушки фу, да. Честно. А потом как-то так произошло, что я попала туда, куда я хотела, в маркетинг. У меня была компания по организации мероприятий, мы с Аян Салаховой ее вели, потом Аян осталась сейчас одна, я вышла, потому что я просто не успевала все делать. И да, и теперь я там, где я хочу быть, и моя работа – это мое хобби, это моя отдушина. Давайте так, хорошо. Вот столько работы у нее было, что она вышла, не может она все это вести, да, понимаете? Хорошо, давайте так, скажите, у вас было несколько бизнесов, насколько мы знаем. Да. Насколько они были удачными, сколько вы с них подзаработали и так далее? Зарабатывать, я вам говорю, это не главное для меня в жизни. Для меня главное получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. Ну, один бизнес у меня был Аскупон, который я по-черному профукала просто.
Да. И вы не боитесь об этом говорить? Вы сейчас репутацию свою испортили. Нет, не грамм. Это был мой самый провальный проект. Потом я открыла Most Agency вместе с Нику. После этого мы открыли Саян Салаховой, Салаховой Events. После этого мы с Моджибу, сейчас я уже одна там, но до этого я была с Моджибу, с Нигар Ализаде, кардио у нас было. А потом я открыла кафе Drive и закрыла его через 4-5 месяцев. Но мы на период карантина работали, а потом я поняла, что это просто не мое. И сейчас у меня Most Agency и кардио, и все. И вам это все нравится, и все успешно? Да. Скажите, пожалуйста, только давайте, да, потому что нас смотрят девочки, которые тоже хотят свой бизнес делать, да? Скажите, пожалуйста, без крыши, без помощников там, тут, насколько реально делать бизнес? Легко. У меня нету ни крыши, у меня нету ни помощников. Меня обвиняли, что у меня есть какой-то папик, которого у меня тоже нет. Меня обвиняли в том, что мне мой папа деньги дает. Да, первый мой капитал мне дала моя бабушка, но я уже про это рассказывала. Сколько? На тот момент она мне дала $10,000. $10,000? Ничего да. себе, бабуля! Да. Я хочу с ней познакомиться. Я видела ее. Это та, которая день рождения да, была? Да. Поздравляла. Да. Богатая женщина, оказывается. Да. Надо было ей подарок. Кто-то там подарок но послал. Но я профукала эти чисто сердечно деньги. Я видела. Да, послали. Надо было мне тоже подарок, бабуля, послать. Может быть, она мне тоже дала бы $10,000. Но я профукала эти деньги. Я и так их не вернула. В общем... Плохая я внучка вот такая, но зато на этом на всем я построила сейчас уже Most Agency. Как? Верните деньги бабушке. Она сказала, что ей уже не нужно. Ну хорошо, хорошо. Тогда я вам одну вещь скажу, скучно получается, дорогие мои, я с вами согласна. Вот ни у кого не спрашиваю, все говорят, что идеально бизнес можно делать, ничего не нужно, крыши можно, не нужно. Конечно можно, и вы же не будете там миллионы зарабатывать, правильно? Вы же не собираетесь это делать, вы собираетесь какой-нибудь маленький бизнес. Понятно, любой бизнес нуждается во вложениях, но... Для этого надо любить свое дело и усердно им заниматься. Ага. Значит, если миллионы зарабатывать, то там будут вас чик-чик-чик туда-сюда, да? Так вы сказали. Так она легко. Сказала. Я ничего не говорю. Большие деньги – это нелегко, скажем так. А когда средний, маленький зарабатываешь, то хорошо. Никому не мешаешь. Сейчас посмотрит это интервью. Я надеюсь, что это интервью взорвет. Я надеюсь, что наконец-то кто-нибудь ко мне придет. Я ожидаю, что от вас ко мне перейдут, потому что мы очень похожи, да, говорят. Говорят, мы похожи. Конечно, не знаю, чем мы похожи. Наверное, по бизнес-хватке. Да, хватки что-то. Или схватки? Хватки, схватки при родах бывают. Схватки при родах бывают. Про роды тоже знаете. Да, да. Вообще молодец. У меня дедушка гинеколог был, поэтому. Такие вот дела. В семье все. Все врачи выясняют. Кстати, надо папу посмотреть. Врач, который богатый. Но он не работает врачом больше. Господи, я ночью спать не смогу. Я что это такое? Я хочу выключить камеры. Я хочу вам сказать, я идеально скандалить могу. Если вам нужно с кем-нибудь хайп сделать, кто-то у вас там если есть, кто не очень хорошо, в принципе, нехороший охват, т.д. Скандал. Дай мне знать, Суса. Я такой скандал сделаю. Никто не почует, что это скандал. Я мастер скандал. Включаемся. Пошли. Значит так, что бы вы выбрали? Вы бы выбрали, насколько вы любите фолловеров и насколько для вас важна популярность? Год без секса или год без одного фолловера? Учитывая, что я думаю, что год без секса, чем без фолловера. Без фолловеров никуда. Фолловер, она вас больше любит, а? Представляете? Я просто очень странный вопрос. Ничего, у нас так большое. Спасибо. Я же не замужем, вы забыли, что ли? Поэтому так и так уже сколько лет, все нормально. Ой, я вас умоляю, какие-то пещерные понятия. Все уже знают. Если вы там все еще так думаете, вы уже, извините меня, вы в пещере живете. Что у нас в баку творится? Страшно, ведь кого вы обманываете, товарищи? Сидят чопорные такие. Прогресс. Да, сейчас миллион хейтеров придут, ну пусть приходят, да, я люблю, чтобы они там комментировали. Дорогие хейтеры, нам очень важны ваши комменты. Пожалуйста, пишите все свои гадости, что вы хотите, пишите там. Так, второй вопрос. Гордитесь ли вы собой? Я, конечно. Гордитесь? Очень горжусь. Да. А вам нужно, чтобы вами другие тоже гордились? Нет, мне хватает, чтобы я собой гордилась и близкие мне люди. А все-таки близкие люди? Ну, близкие да. Это мама, папа, любимые люди, друзья. А вами гордят вот папа, мама, любимые друзья? Папа говорит, что нет, но я в это не верю. Мама очень гордится, мама меня всегда во всем поддерживает. И мои друзья и любимые люди тоже, естественно, поддерживают. И они, я думаю, что гордятся мною. Я видела ваш стори, где ваш папа вчера, кажется, говорил, что он вам 50 тысяч фолловеров подарит. Вы сами себя спалили. Представляете, но я все еще на 24 тысячах сижу. 50 тысяч. Представляете? Я поэтому хочу с вашим папой познакомиться. И с бабушкой. И с бабушкой. Пожалуйста, кто-нибудь. Или папа, или бабушка. Я знаю, значит, такую страницу вашей жизни. Вы жили в Дубае, да, какое-то да. время? Сколько лет вы там жили? 7 лет. 7 лет. Вы не жалеете, что вы вернулись? Ни грамм. Ни грамм? Нет. Ни грамм не жалею? Ни грамм. Мое сердце принадлежит Азербайджану. Я люблю Азербайджан. Ой-ой-ой. Это не патриотические темы это сейчас. Это патриотические темы. Я чувствую. Я считаю, что там, где ты находишь свое место под солнцем, там, где тебе хорошо, естественно, мне повезло, что это на моей родине произошло. Да? Я нашла свое место под солнцем, мои друзья здесь, семья здесь, любимые люди здесь. У меня все здесь. Зачем мне куда-то улетать? Вы знаете,
знаете, не знаю, наверное, не будут верить, потому что стоит кому-то вернуться в Азербайджан, первый вопрос, когда тебя видят, говорят: а вы жили в Америке, вы зачем вернулись? И сразу думают, что вас оттуда или выгнали, или у вас там, нет, не знаю, что-то случилось, или какие-то проблемы. Нет? Нет. Вас не депортировали? Нет, меня не депортировали. Это не та история. Нет, меня моя мама попросила вернуться, и она говорила, что если я не вернусь, то за моими детьми будет смотреть филиппинская няня. Ага. А я не хотела, чтобы смотрела за моими детьми. Это же круто! Вы всем говорите: у меня няня филиппинка. Нет, я хочу, чтобы мне моя мама помогала с моими детьми, а не филиппинская няня. Иншалла. Я вижу, детей вы тоже любите постоянно там с каким-то ребенком. Это подружка у вас, я не понимаю. Но я их стори вот так делаю, потому что мне дети абсолютно неинтересны. Да. Скажите, пожалуйста, счастливы ли вы? Только честно. Вот есть ли, существует ли на свете настоящее счастье? Есть. То есть можно все время быть счастливой такой? Все Конечно. Время? Счастье – это любовь. Для меня это любовь. Если вы любите, вы любимы, естественно, вы счастливы. Ну, по мне это. Окей. А если не любим, вот нас смотрят девочки, да, которые… Но каждый находит свое счастье в разном. Для кого-то это деньги, для кого-то это здоровье, для кого-то это любовь, для кого-то это работа. Для меня счастье – это любовь. Окей. Значит, у вас… Я очень счастлива. Да. А очень счастлива с молодым человеком. Нет. Молодой человек, привет! Любить можно не только молодого человека. Хотите сказать, можно любить молодую девушку? Нет. Можно любить друзей, подруг, членов семьи. Хорошо, хорошо. Вы знаете, вы будьте осторожны с этим. Не-не-не, да. я на девочек не смотрю, честно. Да, нет, в этом ничего плохого нету. Опять какие-то начали, какие-то пещерные эти. Просто раз вы говорите, нету молодого человека, нет молодого, я подумала, может, молодая девушка есть. Короче, переходим. Что такое красота? Красота – это я. Я вам скажу, хотя бы немножко, вот рядом с вами сидит божественная женщина, да, нужно немножечко, берет когда зеркало махнуть. Мася в шоке. Если, Мася в шоке, Мася в шок невозможно. Я, Мася, такие вещи видела. Сусат, знаете, такие вещи, да. Ля-ля-ля-ля. Все на месте, я вам скажу, худенькая-прихуденькая. Я, правда, как я вам? Отлично. Да? Я думаю, что красота сначала это я, потом вы. Потом я, правильно. Да. Ну, вы знаете, я немножко набираю вес, потому что я кручусь сторис, говорю, я поправилась, девочки. Я жду, что какая-нибудь диетическая компания послала мне рекламу. Еду. Я скажу, ой, девочки, я покушала это и за два дня потеряла 10 килограмм. Или процедуры какие-нибудь, да, пожалуйста, компания, обращайтесь. Охудительные процедуры. Нет, машала. От слова худеть, охудительный, не а то, что ты понял. Охудительные процедуры я хочу предлагать в салончике. Я с вами буду кооперировать. Не надо было это говорить. Ну, вырежьте, да, потом, что за проблема? Что за тупые у меня люди? У вас тоже такие работают? Не, у меня умные все, честно. У вас Машала просто зовут, поэтому. Машала? Вон моя за кадром, очень даже не глупая. Кто мне Машалу нашел? Машалу поменяй. HR башна даже дышит. Да. Да, 100%. Вы... Как говорите, что у человека все должно быть идеально, чтобы он был красивым? Нет, идеальных не бывает. Ну, кроме меня, естественно, не бывает. Хорошо, хорошо. Я шучу, сейчас они подумают, что я серьезно. Нет, я считаю, что человек, если он считает себя не идеальным для себя, не для окружающих, он должен менять в себе то, что он хочет. Вот и все на этом. То есть менять. Конечно. Вы за то, чтобы менять. Конечно. Окей, потому что я всегда задаю этот вопрос. Значит, обе стороны имеют право жить. Я тоже считаю, что надо менять. Надо все менять, что тебе не надо. Вот вы тогда берете блогеров к себе. Это для вас важно, чтобы они были какой-то пропорции или такие кожаные? Нет, модельное агентство, да ладно вам. Да. Нет, зачем? То есть у вас есть блогеры, я не всех знаю, которые представляют, не такие, да, прям как из журнала обложки вышли. То есть у вас есть из народа человек? Из народа. То есть с таким лицом, с таким этим? Я тоже не идеальная, да ладно, ребят, да. Что же вы? У меня вон губы перекачанные. Скажите, а вот когда губы перекачаны, их невозможно снимать? Возможно, но надо ложиться под нож, а я не хочу этого делать. Скажите, а вы этой чувихе волосы не оттаскали за то, что это сделали? Я же сама попросила столько вколоть. Но я довольна своими губами, это мои подписчики недовольны бывают, и мне мои губы очень нравятся. Открывайте ваши секретики, пожалуйста. Что вы делаете? Вот на что нужно идти? Сейчас что модно? Ну, смотрите, нету такого модно. Вот я говорю, мне не нравились губы, я сделала губы. Мне не нравились мои щеки большие. Я их уменьшила липолитиками. Мне не нравилось... Уменьшили? Да. Надо было побольше. Нет. Вот так. Я из-за этого у меня нос больше стал, из-за того, что я щеки убрала. У меня бруксизм. От стресса я очень сильно стискиваю зубы, и они стираются. Я сделала массатор ботокс. И иногда делаю ботокс в лоб. Да. А какие-то там другие процедуры, там, липосакция, наращивание, вот этого. Наращивание только ресниц у меня, больше ничего. То есть ничего здесь не трогали, здесь да? Здесь все свое. Все свое. Все свое. Хорошо. Спорт. Честно говорить. По чесноку. По чесноку. Хорошо. Почти заканчиваем. Последний вопрос. В чем смысл жизни для вас? Вот зачем мы пришли в этот мир? Сейчас скажу, что я чокнутая, чтобы любить, дарить любовь. Носить пользу тоже какую-нибудь. Я не люблю бездарных людей. Я люблю, когда они работают, что-то делают, пытаются что-то делать, улучшить что-то вокруг себя. Вот, я думаю, что вот это круто. Любить и приносить пользу народу или государству своему. Хорошо, хорошо. Ну что,
Я думаю, что к концу интервью вы уже установили, что у меня очень задушевные отношения с Аусан. Она моя подружка. Никакие я на нее пародии не делала, не хайпажорничала. Но, дорогие фолловеры с Аусан, переходите на мою страничку и фолло меня делайте, хорошо? У вас есть какие-то вопросы для меня? Мне к вам, как вам так повезло, что вы сегодня с главной звездой Азербайджана сидите? Не вот знаю. Как? Это надо у вас спросить. Сколько бабок я вам отвалила за это интервью? Давайте вот так. С эксклюзивами тем более. С эксклюзивами, да? Вы себе не представили. Ну, я за кадром покажу что чемодан, который вы принесли. Обязательно. Портфолио. 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 Ну что, Саша, спасибо вам большое за ваши ответы по чесноку. Я думаю, интервью получилось интересное. Сейчас мы должны сказать нашу коронную фразу. Чао, какао. Ага. Чао, какао. Чао, какао.